10 лет тому назад. Заново их не получится. Всем большой-большой привет, друзья, и вы находитесь на моем YouTube-канале, и с вами, как всегда, я Алина, и это мой новый влог. Сегодня у нас 13 февраля, а это значит, мой день рождения! Сегодня мне исполняется 15 лет. Я считаю этот возраст очень такой интересный, потому что ты вроде бы еще и небольшой, но уже и не маленький. Очень необычно, потому что как-то время очень быстро пролетело с моего предыдущего дня рождения. Ну ладно, мы не будем долго затягивать, а поскорее начнем. Сегодня я буду снимать свой день рождения, так что если вам интересно, оставайтесь со мной. Ну а мы начинаем. Какой цветочек. О боже, там еще один. Здоровья, любви, уважения, удачи, успехов, исполнения твоих заветных желаний. Вот такой у меня какой-то, ребята, завтрак получился. Ребята, подарки увеличены. Ребята, подарки... Да ё-моё, какие трусы! Ребята, подарки увеличиваются. Папа кашеварит у нас. Шашлык. Машлык. Машлык. Рыба, кукуруза. Что еще? Рыба, кукуруза. Электрический скат. Вау. Вот это треугольник, наверное, да? Мы только стол накрываем. Вот готовы подарки. И вот стол накрываем. Все уже готово. Йока там. Папе тут жарит шашлыки. Такая музыка у вас. Уже сели за стол. Давай, Витя, открывай. Это детское, но не будет взрываться. Хочется поздравить тебя с днем рождения. Ну что хочется, мы тебя и поздравляем с днем рождения. Вот. 15 лет, такой возраст, ну, для меня это была дата такая вот. Уже вроде бы уже и не ребенок, но уже как бы и не совсем взрослый. Но все равно 15 лет такая дата, уже серьезная дочь. Ну, вот. Желаю тебе, чтобы у тебя были обязательно какие-то цели в этой жизни. Я думаю, они у тебя есть, я знаю, что они у тебя есть. Чтобы ты к ним стремилась, чтобы у тебя все получалось.
А мы тебя с мамой обязательно поддержим. Пускай твои 15 лет будут точкой старта для достижения идей. Всего того, о чем ты мечтаешь. Здоровья тебе. Побольше тебе хороших людей, чтобы встречалось на жизни у детей. Дай Бог тебе исполнение твоих мечт. Мы тебя очень любим. Очень днем, любим. Днем рождения. Всегда прости. Днем рождения. Ура! Прародительница ты наша. Так вот, деточки, да, правы твои. 30 лет тому назад, в феврале месяце, я приехала в Балас. Коль, помнишь, как мы ее провожали? Она в сиреневом этом свитерочке, в этих кроссовочках черно-сиреневых таких. Да, вот. Да. Даже кастрюльку ей с собой дала. И это самое. И самоварчик ей давала. Кстати, эти черно-сиреневые кроссовочки я потом наносила. Да, да. Я это помню. Они были настолько офигенные. Их не было нигде таких кроссовок. Ну, тогда столько они появлялись. Помочка. Не буду вставать. Дай Бог тебе еще здесь прожить лет 20, чтобы все было хорошо. На своих ножках. Софа будет танцевать.
могу. А когда? Скоро. Надо сейчас. Нет, сейчас не могу. Танцевать брейк-данс, пап. Я могу все. Прекрасные фотографии у нас получились. Вы можете посмотреть в моих соцсетях, указанные по ссылке в описании. Тую. Да. Все, говори. Это Алина, happy birthday, короче. Все на их канал, да? Чемодан. У меня камыш. Да. Куда будем складывать подарки? Да. Нет. Стоп, подожди. Сейчас мы все по очереди, сейчас пока кадр не влезет. Я тоже подарок. А можно подарки выбирать? Я вот это хочу.
Ну, я пытаюсь. Ну, а вообще, лампа выключилась. Это что-то красивое. У тебя в комнате? Валялась, я видела. Что там следующее? На 10 дней все включено, эксклюзив. Ребята, кто подписывается, кто поставит лайки, тот может все понять. Мама! А что, голосуйте. На. Ну, все равно подписывайтесь. О май гад, моя любимая курица, музыка. Peace.
Не покажу. Да, я покажу все. Мягкий, короткий, сладкий. Дальше. Наверное, покажу все. Вот это курточку. Курточка, гляньте, модная, все по новой моде. Курточка. Ой, вот. Кофточка 2. Он убил того, кто шел за путевкой. Шортики 3. С другой стороны. Ну, с другой стороны, с другой стороной. Но шортики 3. Ну, что, конечно, все равно вы их не получите. О май гад! Это Лего Куроми! Какое Лего? Что за Куроми? Это фигурка вот такая из Лего, надо ее собирать. Кто это подарил? Сейчас разыгрывается самое лучшее, что вы можете получить в этой жизни. Поверьте мне, с каждого из вас буквально помилующий каждый из вас сейчас скидывается 100 рублей. С вас буквально там, если у вас сколько вас, 1,5 миллиона, скидывается по 100 рублей. Или это достанется кому-то из вас. У меня 7 подписчиков. Также были подарки, которые не успели прийти к моему дню рождения, так как были заказаны через сайт. Это круглая бутылка, популярная игрушка Пол, брелок Куроми, Лего Май Мелоди и свитшот Чемпион. Пока.